А в Турции ответственность за организацию масштабных лесных пожаров, по данным местных СМИ, взяла на себя группировка «Дети огня». Она связана с рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает... Спасатели Беларуси работают в районе турецкого Мармариса, где не прекращаются пожары. Дымовую завесу видно за десятки километров. Огонь бушует в непосредственной близости от отелей. Турецким экстренным службам помогают два вертолета МЧС Беларуси. Только за 6 часов экипажи выполнили больше 50 сбросов воды. Летчикам приходится работать в условиях максимальных температур. В кабине вертолета доходит до 60 градусов. Опыт работы, как я сказал, у нас очень большой. Все пилоты имеют и уровень международной подготовки полетов, и английский язык, и большой опыт тушения пожаров. Владимир Путин пообещал Реджепу Эрдогану всестороннюю помощь в тушении пожаров. Об этом он заявил во время телефонного разговора с турецким лидером. В Турции сейчас работают российские самолеты Б-200. Также помощь в борьбе с огнем предоставили Азербайджан. Указанию президента министр обороны Сергей Шойгу направил в Турцию самолет «Амфибия». Б-200. Экипаж поможет турецким спасателям тушить пожары. Самолет может взять на борт 12 тонн воды, и для заполнения баков необходимо всего 14 секунд.